Очень приятно такое совпадение, потому что недавно у нас были гастроли в Беларуси, и как раз я увидела эту потрясающую работу, и просто приятно, что я могу здесь у нас в Тбилиси увидеть, посмотреть, и посмотреть ее абсолютно в таком большом количестве, и разные эмоции, и разные скульптуры, и разная тематика, и сам автор, самое главное, что приехал сюда, и это прекрасно, это такой приятный восторг, такое движение, история, тематика совершенно потрясающая. Прекрасно, я рада. Мы очень рады, что имеем возможность сегодня представить грузинскому зрителю очень интересного художника. Я скажу, что очень современного творца, который может показать свое прекрасное искусство. И это для нас возможность, для жителей Тбилиси, показать современное искусство, которое происходит не только на Западе, происходит и на Востоке. И я могу сказать, что нам посчастливилось, что мы можем сегодня пригласить господина Асташова, очень-очень интересного художника, очень глубокого, и у нас есть возможность сегодня всем увидеть настоящее творчество. Для нас наш приезд в Тбилиси, в Грузию, это главное событие 2018 года. Мы сюда привезли новую коллекцию элементы, которая буквально месяц назад была представлена в зале «Карусель де Лувр» 7 декабря. И сейчас гости и жители Тбилиси увидят эту коллекцию. Также вы можете здесь увидеть около 50 работ мастера, которые лучшие работы за все его время. Андрей Асташов работает в бронзе и хорошо, высоко ценится во всем мире. Мы рады предоставить возможность познакомиться с его творчеством. Сама история этого подхода, то, что я делал, она началась с того, что я пытался со своей дочерью общаться об искусстве. И в процессе этой игры получилось такое небольшое направление, которое, может быть, является таким источником вечного, откуда можно черпать, это детская игра. Играют дети очень искренне и верят в то, что делают. Практически все то же, что здесь в скульптурах происходит. Это искренность и вера, которая там вложена и которая, ну, я думаю, фидбэком отзывается у человека. У нас прекрасные политические, торгово-экономические отношения. Мне приятно, что эти наши отношения дополняются нашими культурными связями. Как вы знаете, в прошлом году прошли Дни культуры Республики Беларусь. Впереди у нас в конце марта планируются Дни Минска, выставка художественная. И вот, на мой взгляд, событие, которое происходит сегодня, это продолжение всех наших культурных событий. Мне приятно то, что наш замечательный скульптор Андрей Асташов свои работы представил в Тбилиси, для того, чтобы жители Тбилиси, гости Грузии могли увидеть работы нашего автора. Сегодня эти работы представлены в Художественном музее Республики Беларусь, во многих частных музеях и коллекциях, как в Европе, так и в Азии, на многих континентах. Поэтому это работы, которые неповторимы. На мой взгляд, неповторимость этих работ заключается в том, что есть свой стиль. И если эти работы кто-то увидел один раз, их нельзя спутать ни с чьими другими работами. Это я рад, что у меня есть такой прекрасный, замечательный земляк.